Школьники микрорайона Подрезково смогут добираться на учебу быстро и комфортно. В микрорайоне запустили бесплатные автобусы, которые за 40 минут доставят детей на занятия. Сегодня такое решение проблемы местных жителей предложила городская власть. Учебных заведений в Подрезково не хватает, приходится возить детей в другие микрорайоны, а это неудобно. Пока строят новые школы, приняли решение помочь ученикам попасть на занятия с помощью городского транспорта. В первый учебный день глава округа Дмитрий Волошин лично проводил ребят и проверил комфортность автобусов вместе с представителями городской администрации. У нас будет ездить два автобуса. Один автобус из микрорайона Сходня, он возит детей дошкольного возраста в детские сады микрорайона Планерная. А с микрорайона Подрезково едут дети школьного возраста. Школа 19 тоже в микрорайоне Планерная. Сейчас в микрорайоне Подрезково проектируют новую пристройку к школе номер 20. Здание вместит 450 школьников. Там создадут все условия для комфорта учеников. Оборудованные по последнему слову техники классы информатики, спортзал, столовая на 500 мест. Завершить строительство планируют к 2021 году. Пока школьники Подрезково будут посещать школу номер 19 в микрорайоне Планерная, куда их и будет отвозить бесплатный автобус.